встречные туннели протяженностью 1,5 километра каждый соединились на дороге, ведущей в столицу. Израильские инженеры работали рука об руку со специалистами из итальянской компании «Фицротти», которая занимается проходкой туннелей. Оттого и видны здесь флаги двух стран. Теперь предстоит обустроить тоннель, построить въезды и развязки, установить систему управления дорожным движением. Новая дорога соединит шоссе номер 1 с западными и южными районами Иерусалима. Транспорт сможет двигаться по ней со скоростью 110 км в час. Протяженность дороги 6 км. Шалом Лернер, бывший заместитель мэра города Бейт-Шемеш, назначен директором комитета по охране Масличной горы в Иерусалиме. Он встретился с депутатами Кнессета, в частности с Кэти Шетрит, и обсудил возможное сотрудничество в отношении Масличной горы. Здесь похоронен его дед, один из крупнейших раввинов Европы до Холокоста, а также его родители. Международный комитет охраны Масличной горы был основан в последнее десятилетие братьями Авраамом и Менахемом Любински, которые обнаружили, что древнему кладбищу требуется основательный уход. Благодаря усилиям большой группы людей здесь установлено 173 камеры наблюдения, появился полицейский пост, отреставрировано 20 тысяч обветшавших могил, налажен вывоз мусора, возведен новый забор. Прививку от коронавируса получил мужчина, переживший Холокост. Сегодня ему 104 года. Саба, ты хочешь сказать, что у тебя есть на руке? На руке это 1, 2, 3. Чтобы не подвергать его опасности, вакцинацию сделали в машине скорой помощи. Иерусалимский муниципалитет приступил к модернизации парка Сакер, но первыми, в соответствии с законом, сюда пришли археологи. Они-то и обнаружили в толще грунта ручную гранату. Это оказалась ручная граната «Милс-23», которую использовала британская армия во время Первой мировой войны. Все работы были прекращены, пока вызванные саперы не обезвредили гранату. Несколько месяцев назад гранату нашли и на раскопках в центре Иерусалима, возле стен старого города. Эти витражи появились на свет в обычной иерусалимской квартире, рассказывает их создатель Цви Каплан. То, что я сейчас сделал, я разрезал стекло на две части. Это очень легкое дело, и мне это нужно, чтобы из цветных стекол делать витраж. Все мы были с вами, наверное, в каких-то местах, где красивые витражи, в окнах, на дверях. Но обычно старые витражи делали на свинцовой основе. А в 19 веке один очень известный всем человек по фамилии Тиффани, мы больше знаем его папу, да, «Завтрак у Тиффани», известный американский ювелир, а его сын, он создал новую систему витражей, которая называется «Витражи Тиффани». В чем, собственно, сложность, да? Как два кусочка стекла соединить, склеить, припаять невозможно. Когда делали свинцовую оболочку, там была своя технология. Что придумал Тиффани? Он сказал следующее. Если мы отрежем кусок стекла, и мы завернем его, обернем его медной такой вот пленочкой, то у нас получится несколько поверхностей, у которых край, так сказать, медный. И тогда мы можем его спаять. И таким образом, значит, мы собираем витраж. В чем отличие витража Тиффани от традиционных витражей? Его можно делать с любой формы. Можно делать круглую, можно делать люстры. То, что вы видели, такие люстры витражные, да, это все делается по системе Тиффани. И вот я начал это делать несколько месяцев тому назад. Вообще-то у меня есть, так сказать, в моем
в прошлом, да, опыт работы со стеклом. Я перед отъездом в Израиль несколько лет работал стекольщиком, и мы делали нечто похожее на витражи, но это были фальшивые витражи. А здесь я пошел к мастеру, он сказал, что я хочу научиться делать витражи. Я прошел небольшой курс, несколько месяцев я ходил, учился. И, ну, это было много лет тому назад, скажем, 5-6 лет тому назад. И вот когда началась эта эпопея с короной, и с отпусками, закрытые, я остался без работы, я просто начал, вспомнил свои эти навыки, нашел свое оборудование, которое я когда-то приобрел, и начал делать витражи, всякие разные. То есть я, в самом деле, придумываю, чем бы заняться. Вот я начал делать такие коробочки для подсвечников. И очень красиво, когда шаббат, когда жена зажигает свечки, то это такой сияющий город. Много таких подсвечников. Я их делаю в подарок. Я начал делать какие-то картинки. Вот, например, Рижский дворик. Такой из старого города. Вот такое вот занятие. Оно очень кропотливое. Да, его надо делать не спеша, медленно. Каждый этап такой очень специфический. Но в результате ты можешь делать любые-любые картины. Можно переводить фотографии, можно самому создать рисунки, можно найти в интернете готовые рисунки. Вот такое вот интересное дело. На заседании городского совета члены фракции Итурерут «Пробуждение» внесли предложение отстранить мэра Иерусалима Моше Леона, поскольку на протяжении всего периода муниципалитет и мэр не смогли справиться с кризисом, вызванным пандемией. Когда пришлось ввести карантин, это произошло слишком поздно, слишком ограниченно и слишком медленно. Однако прокурор отклонил это требование. Тогда депутаты фракции Итурерут покинули заседание городского совета. В библиотеке Конгресса Соединенных Штатов находятся тысячи фотографий, сделанных в Иерусалиме в течение десятилетий, начиная с конца XIX века. Недавно черно-белые изображения превратились в цветные. Это 1914 год. Котель. Стена плача. Евреям отведено небольшое пространство перед старинной кладкой. Сколько может здесь людей поместиться? Эта фотография сделана спустя 3 года, в 1917 году. Колонну немецких солдат, которые попали в плен к англичанам в боях Первой мировой войны, провели по улицам Иерусалима. Апрель 1920 года. Британский пост у львиных ворот старого города в Иерусалиме. В наряд назначены англичане и индусы, которые проходят службу в британской армии. На этой фотографии все спокойны. На самом деле евреи стоят в очереди перед почтой в Иерусалиме, чтобы отправить телеграфные сообщения о погромах, устроенных арабами. Это 1929 год. Октябрь 1933 года. Англичане разгоняют арабскую толпу, которая яростно протестует против въезда евреев из нацистской Германии. Снимок запечатлел, сколько шлепанцев потеряли демонстранты. Середина 1930-х годов. Еврейские дети во дворе дома в Бухарском квартале Иерусалима. Через какой-нибудь десяток лет появится государство Израиль, и они, молодые люди, станут его гражданами.
Есть такое выражение – синагогальные напевы. Вот и на этой недавней съемке копичницкий ребе поет перед своим учителем. Я лавал пищи с мамой,